Привет, меня зовут Артур. Тихо. Но родители, да, из Сеула. В детстве ездила каждый год. Короче, они побазарят мастера, но суть в чем? Мы продолжаем проходить эфир. В последней серии мы рухнули на этом черном ястребе. А я пицца. Пицца тоже вещь. Ладно. Нам нужно найти Элис, пока они тут прохлаждаются. И тут, насколько мне сказали, очень много противников. Это не радует. И здесь мне пригодится, я думаю, дробовичок. Ладно, продолжаем пробираться. Еще один вход. Пойдем вверх по лестнице. Жутковатое место, надо сказать. Заброшенный дом. Довольно тихо. Надеюсь, сейчас... Держу пари, что причины загрязнения воды в Оберне следует искать в Армахеле. Поэтому они и отправили на водоочистную станцию своих людей. Боялись, что в случае расследования их секреты выплывут наружу. Очень тихо. Меня это беспокоит. Как бы сейчас какая-нибудь девочка на четвереньках не вылезла и не испугала меня опять до срачки. Так, ну давай. Здесь ничего. Ширева никакого нет. Тихо, аккуратненько. Ага. Оставайтесь на месте, пока поисковая группа не найдет вход в саркофаг. Так, вон одного я вижу. Живучий, да? Так, кто еще? Ладно, нормально. Они явно не ждали этого. Ох ты, блядь. Нравится? У меня еще есть... А, нет, да нет еще. То есть вот такие штучки. Ты где там? Блин, ну иди сюда. Фу, какой страшный. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, все время криво кидает. Давай-давай-давай. Смотри, живучий какой, а. Блин, я тебя боюсь. Все хорошо. Фу, ладно. Ну, вроде бы все тут, да? У меня маловато здоровья. Маловато. Зато вот есть мина и аптечка. Так, все, аккуратненько пробираемся дальше. Подлечимся, сохранимся и идем вперед. Блин, напряженное место. А, да что говорить, здесь все места напряженные в последнее время. Я надеюсь, ты не кинешь мне ничего сюда. Ой-ой-ой, тихо. О! Урод, а? Скотина. Еще? О, что я вижу? Это уже хорошо. Ладно, пусть пока там тусует, мы посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас ничего хорошего. Хотя вот эта снайперская винтовка, ну, блин, нет, в закрытых помещениях, что с ней делать-то? Блин, как мне пробраться-то к вам туда, на ту сторону? Да хватит.
Ладно, видимо, придется прыгать. Потому что иных путей я не вижу. Так, возьмем аптечку, гранаты. Еще есть кто? Ладно. Что характерно, в первой части, кстати говоря, несмотря на то, что дают столько намеков, но практически ничего не показывают. Не показывают ни саму Женевьеву ни разу за игру. Не показывают... Блин, какое-то напряженное место, опасное. Не показывают сам этот проект Исток, показывают только его последствия. Все это есть во второй части. Блин. Condemned. Criminal Origins. Помню, был там такой лифт. Очень запоминающийся был момент. Там наверху лежала моя прелесть. Как мне ее взять? Объясните кто-нибудь, пожалуйста. Сейчас будем думать, сейчас посмотрим. Нигде тут лесенки нету наверх. Но отсюда я явно не заберусь. Блин, это печально. Ладно, хрен с тобой. Видимо, все-таки мне сюда. Минус один. Тихо, тихо, тихо. Блин, гранатки надо взять. А! Скотина, напугал меня. Так. Все, кажись. Кажись, все. Так, блин, а? Что-то не нравится мне эти, надо сказать, развалины старых домов. Как-то здесь все неопределенно. Не поймешь, с какой стороны прилетит. Так, тихо, 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 тихо. Ой, блин, не нравится мне это место. Давайте запишемся. О! Это то, что я думаю? Это лучше бы этому не быть. Именно тем, про что я думаю. Так, давайте возьмем что потяжелее. О, точно, блядь! А, промахнулся гранатой. Где там дверь? Вашу мать! Ты не сможешь выйти? А, он может выйти! Бля, что стал делать? Вашу мать! Годзилла, блядь! Вот это было обосрач, обалдеть! Фу, надо выдохнуть, блядь! Охренеть, я надеюсь, ты один был? Да, это было круто. Адреналин.
Еще одной гранатой промахнулся. Так, что у меня там есть еще? Вот эти еще две было, надо было заминировать, если бы я знал, конечно. Ну, ладно. В принципе, одна мина сработала как надо. Вот гранатка пролетела, промахнулась, конечно. Так, запишемся. В принципе, я думаю, довольно неплохо все получилось. Нашпиговал я его. Ладно, хоть предупредили. О, вот это мне пригодится. Так, что на тебя поменять? Давайте пистолет-пулемет. Блин, у тебя что, один патрон был, что ли? Я что-то даже внимания не обратил, а нет? Почему же ты поменялся? Ладно, вроде тихо. Ну-ка, ну-ка. Мне показалось. Хотел спрятаться. Ну что, кто-то еще был, по-моему. Кажись, готов. Попал, нет? Вроде попал. Хотя хрен знает. Ну да ладно. Блин, мне тут прыгать, что ли? В прыжках я не силен. Давайте сохранимся. Я так и знал. Блин, видимо, не прыгать. Ладно. Что-то как-то... Возможно, вот на эти. Ой, давай, хорошо. Так, что здесь... Получи. Блин, живой что ли? Нет. Это тень просто. Ну да ладно. Вроде больше никого не видать. Так, запишемся. Я сейчас думаю, начнется катавасия опять какая-нибудь. Но. Где вы там? Вот, хорошо. Что дальше? Хорошо. Все вроде? Нет, еще есть. Смотри, живучий какой, а? Так, ладно. Двинем сюда. Ты откуда? Скотина притаился. Ну-ка вылезай. Блять. Надо прятаться, короче. Я даже забыл слова. Да где вы, мать вашу? Охренеть. Так, сейчас сядем поудобнее. Меня опять это тут отвлекают. Так, почему ты меняешься мне постоянно? Охренеть, я с этой гаммы ничего не вижу. Где вы там? А вон кто-то шевелится. Да блядь! Вслепую стрелять приходится. Ну да, теперь из окон появились. Ну ладно. Это было просто позорно как-то. Переключка! Ответа нет! Где вы там на крыше? Откуда вы беретесь? Вашу ж мать, а.
Бля. Ну, да ты посмотри. Так, сохранимся. Бля, может мне яркость прибавить? Я их вообще не вижу. Ну тут ты видишь, смотри. А вот кто там наверху тусует, честно говоря, не очень. Поэтому убить мне их затруднительно. Стрелять приходится вслепую. Не успеешь. Так, 7 патронов. Сохранимся. Ага. Так, ну все, вас двое было. Я надеюсь, больше не будет сюрпризов. Пойдет, ладно. Кое-как, но все-таки справились. Хотя я их не видел. А! Блин, 19. Это несерьезно просто. Снайпера, мать ваша. О, это что такое? Это что за пушка? Сейчас спробуем. А, ну, своим видом она внушает мне сразу уважение. Блин, да откуда? Охрененно. Его просто фарш там порвало. Еще есть? Так, оттуда кто-то кричит. Обалдеть. Бляха-муха, я влюблен. Вот эта пушка. Вот тебе я и ждал всю игру. Просто молотилка какая-то. Так, ладно, мне бы не помешали аптечки, я думаю. Так, сохранимся. Довольно напряженно было на крышах, надо сказать, потому что из-за какой-то непонятной гаммы мне ни хрена не было видно. Так, ну вот тут я вас расстреливал. Блин, по-моему, надо взять эти штуки. Скажем, вместо тебя... А, нет, не вместо тебя. Вместо дробовика. Потому что штуки полезные. А сейчас мы, пожалуй, с этим походим. То прибережем для серьезных врагов. Так. Пусто. Ладно. О, нет, не кидай. Вижу. О! Ты как там вообще выжил-то? Хорошо. В принципе, неплохо. Я думаю, это прекрасный момент прекратить эту серию. Увидимся в следующей. Всего хорошего. Пока-пока-пока.